сейчас везде русофобия, считаю. Везде. Опа. Не только в Украине. Сидись, рулит. Привет, девчонки. Ты нахуй, там, девчонки. Я одну видел уже. Блять, у вас вечно такие камеры хуёвые, это вообще... Кто вы? Кто ты? У тебя пиздатая камера, кстати. Девки, чё вы, блядь, стриженные все на лысо? Бухаете опять. А у тебя опять. Камера... Кого, кого вы родите, скажите? Ну, от кого вы родите в этой стране, блядь? Родина требует героев, пизда рождает дебила вот таких. Ну, про свою страну, да? Так смотри, мы стриженные, пацаны должны быть стриженные. Это бабы носят длинные волосы. Серьезно? А кто? Так у вас вся эстрада, блядь, все мужики все с длинными волосами. Так это ж не наша эстрада. Как это не ваша? Перестаньте, российская. А кто слушает нашу эстраду? Ну, мы ж поржать иногда тоже хотим. Смотрим. Ну вот только вы и смотрите, наверное. Я вижу футболочка из секонд-хенда такая, ничего. Из секонд-хенда? Секонд-хенд. Ну, я понял, это у вас футболка, да, оттуда? Не, ну твоя вот я смотрю. В смысле, моя? Это фирменная? Как она секонд-хенд? Фирменная? Какой фирмы она? Красная доярочка или как там у вас? Российское производство, да? Василек. Нет. Что там у вас российского есть, ребята? Ну, оглянитесь вокруг там. Ну, кроме вас. Что там у вас делают сейчас? Да что вы доебались? Нихера, загрустили вы, да, пацаны, как-то? Не, а вас что это заботит вот именно или что? Не, и просто интересный такой парадокс. Великая страна, а нихера нету своего. Не, это я согласен, да. Страна Россия богатая, а своего ничего нету, я не спорю. Ну, как, куда дели все бабло, скажите мне? Проебали. Проебали. Обойчики, ребята, ну просто вы прямо смотритесь на розовых обойчиках, вся ваша семья, это вообще... Розовые обои? Это, ребята, это ваш друг пришел или парень? Кстати, ты обрати внимание, он твою девку за ухо там рукой щупает. Дед, ты что, ебанутый? Да ладно, ребята, ну я шучу, что вы сразу так настроили? Я поебал пол шестого утра, получал? Когда? Пол шестого утра поебал. Я вижу, тебя не показывают, потому что ты получал, видимо, сегодня. Ой, бля, не... Ребята, верните вас двоих, я не могу это вообще видеть. Что это такое? Уши и помидор, блядь, между ними. Это вообще, блядь, чувак, ну ты даешь вообще. Не, ну серьезно, ну мне нельзя смеяться, а то у меня опять губа треснет. Ну перестань. Я уже лопалась. А ну поговори. Ой, рот, смотрите, реально там. Не, просто камера такая, девчонки, я просто в восторге вообще. Это на России делают такие камеры, да? Я всегда удивлялся, как вот можно взять кусочек бересты, взять вот это, блядь, выковырять и сделать из нее веб-камеру вообще. Вы, блин, молодцы просто. Ну так. Хуйню несешь. Так поебало, пол сто утра получал хоть раз? Блядь, что ему занесло? Это только с тобой было. Даже пацаны твои с тебя смеются, блин. Он постоянно вас это спрашивает, да? Вы уже рады, что он до меня доебался, а не до вас этими вопросами. Вы хоть отдохнете, да? Глядь, усыкается пацан. Я вижу, знаешь, это Алеша Попович, Добрыня Никитич и вот этот, блядь, который, блядь, а я, сука, вам всем морду ебало набью, да? Вот этот ходит всегда на пьянке. И ему же достаточно, я же верю, вот, выпьет чуть-чуть, до кого-то маленького такого доебется, получит поебал, утром встает. Кто меня, пятеро, блядь, ОМОНовцев меня пиздили, да? Так же было? Да, пацаны знают он это. Это классика, ребята, это в любой этой, собственно говоря, компании есть такой человек. А, и печать, бля, печать какая козырная у тебя на пальце. Или это палец примотан, чтобы не отпался черной изоленты. Синей надо мотать. Черная так не помогает, серьезно, чувак. Синяя она и крепче, и лечебная. Ты дурак. Что-то вы задумались. Блин, откуда он нас знает, да, вообще такие? Ты дурак? Нет вообще? Да, вообще вроде нет. А что ты не лечишься? Ну, не знаю. А ты доктор, что ли? Ты доктор волосопед или кто ты там? Он профессор. Проктолог. Проктолог? Ну, понятно, видно... Человек. Я думаю, что он моторику пальцев развивает вот этим мячиком. А чтоб там же ж лечить всех. Доктор тех мест потаенных. Так ты откуда вы будешь? Пугало. Ну, из Украины, город Полтава, ребята. Из?
Вы не чувствуете, что ли, что это Украина по горячему дыханию у вас на затылке? А, так видно сзади, что-то в катакомбах сидишь, что это понятно. В бункере. Конечно, бандеровская краивка, конечно, ребята, а как же ж? Ну, так шо нет? Да что ты хуй знаешь? Ну, шо? Хуйню, да? Краивка, вы даже запомните, бандеровская краивка. А, так ты бандеровец? Ну, схрон, блин, ребята, схрон, что непонятного? Так ты бандеровец, что ли? Ну, конечно, у нас же, ребят, вы что, вы телевизор не смотрите или что? А нахуй нам надо? Ну, вы даете вообще, не знаю. Это вам голову там засирают, блядь? Ну, по радио. А вам что делают? Да нам похуй на вас. Да мы просто живем свою жизнь вообще. У нас некоторые пацаны анекдоты про вас рассказывают. Вы вот это как говорите, да, живем своей жизнью, вот это скоро умирать, вот это... Как знаешь, как овощи вот в ящике, вот там, смотришь, что такие, лежит, сегодня зашел в магазин, он такой еще ничего, завтра зашел, он уже такой, вот, блядь, ну как вы прям? Прямо явно. А пиздяка что? Что за кайф, что такое, что вам с микрофоном не так, ребят? Вот что-то с микрофоном. У тебя с микрофоном что-то. Троишь нам. Всем нравится, вам не нравится, ну что делать? Троишь, ебаный рот. Блин, может и правда что-то с микрофоном, ребят? Вы же скажите, если что-то не так. Все хорошо, у всех хорошо слышно, у них что-то там... Блядь, Юля, ёперный балет. Так, ребята, пока все собрались, я напоминаю, поступило много отзывов, и это очень приятно. Ребята, все-таки я хочу с вами по вот этому поговорить. Ребята, вот эта тушеночка, это то, что надо. Сейчас время отпусков. Мне вот там, вот эти, блин, кто там мне писал? Какая дорогая тушенка. Блин, стоит аж там сколько-то там гривен. Ребята, вы когда в походу, там, лучше мясо купить. Я так понимаю, что это пишут офисные, ну не могу сказать крысы, офисные жители, которые никогда в жизни не выезжали. Ни на природу, ни никуда. Вот если вы приедете на природу, там отмахаете на велосипеде, как я в свое время ездил. Или в походе, ну там, пешком каком-то. И потом вы приезжаете, и у вас нету такой тушенки, в которой 97% мяса с половиной процентов. И вы говорите, а давайте теперь из мяса что-то приготовить. И вы прямо видите, как вам этот велосипед летит в голову. Другое дело, что вы берете вот ключик, открываете и наслаждаетесь замечательным вкусом, ребята. Очень рекомендую. Кстати, ребята, сейчас даже вам скину... Сейчас скину в чат. Сейчас адрес производителя. Прямо сейчас скидываю, заметьте. Так, 2 секунды. Прямо в чат кидаю. Так. Так, сейчас, секундочку. Ребята, если вы прямо сейчас, ну не прямо сейчас, сегодня или завтра, или когда у вас будет настроение, закажете здорово tm.com. Закажете набор, там такой называется тормозок. Если вы закажете, то вам будет в подарок от производителя вот такой замечательный бульон, с которого тоже можно в походе быстро приготовить, пожрать. В общем, я прошу только всем вот там, как это, тех, кто никуда не выезжает и не понимает, что такое туризм, не писать свои комментарии. Я вас прошу. Просто вы не понимаете, что такое туристическая жизнь. Что такое, когда нужно реально нормальное... Мясо. Он, тушеночка реально качественная, пишут в комментах. Ребята, я любитель пожрать. Я вам серьезно говорю. Когда ты берешь, блин, мне аж тушенки захотелось. Когда ты берешь тушенку, берешь вот так ее открываешь, вот так прямо. Сейчас при вас открываю. Вот я просто хочу, чтобы вы видели. Ребята, смотрите. Я при вас открыл. Никакой подставы, вот бумажечка. Вот посмотрите. Во-первых, лавровый листик лежит. И одно только мясо. Посмотри, я хочу, чтобы это вы увидели. Смотрите, камера передает вам. Вот просто попробуйте. Я вам серьезно говорю. Ну, сейчас говорю на полном серьезе. Потому что люди стараются в каждый лавровый листик. Я вам объясняю. Моя мама проработала всю жизнь на мясокомбинате. Вот я, вот вы мне поверьте, я любитель пожрать. Я фигни не буду советовать. Те, кто попробовал, писали. И мне отзвонился производитель после того, как я посоветовал. И сказали, что Андрей, люди звонили, заказывали, купили, попробовали и звонили, сказали, что замечательно. Открой банку, я открыл, что вы пишете? Мясо. Смотрите. И хочу сделать упор. Ребята, это премиум качество.
Я понимаю, что есть дешевая тушенка, ребята. Ее тоже можно есть некоторую, но там открываешь, и там нету вот так, что одно мясо. Там половина жира, половина желе, и мяса нету там. А бывает еще и похуже. Поэтому я... Блин, теперь пахнет. Вы сорвали мне весь стрим со своей тушенкой, ребята. Заказываем тормозок, получаем подарок бульон. А, ну как, не просто же заказываем. Ребята, пишем там Вата Шоу или Андрей Полтава, чтобы знали откуда. Производитель вам дарит, вот, ну я вам дарю. От торговой марки здорово. Рекомендую. Рекомендую. Просто фигню не рекламирую, вы же знаете, я очень редко что-то рекламирую. Да, вот пишут, на рекламы зарабляет. Да, вот эту тушенку, ребята, я и буду жрать сейчас. Сейчас, когда закончится стрим, так главное, в чем фишка, жена, короче, уже, ну я не хочу сказать, что она офигела, но она, вот, уже звонит. Вот это те, кто звонит во время стрима, вы же знаете, я добавляю в этот самый, помните, в игнор навсегда. Так вот, жена говорит, я говорю, так подожди, а жратва сегодня будет? Она говорит, я не знаю, я пошла у тебя тушенки взяла. Съела, замечательно. Говорит, и ты поди возьми. Я говорю, так то для... Я купил для того, чтобы заказал специально, чтобы людям показать. Она говорит, ну, поздно, типа. Заказывай тормозок, иначе получишь от Полтавы в глазок. Это уже народ сразу стебется в самом этом. Такс. Так что, блин, я не знаю. Ребята, у нас по техническим причинам стрим сейчас будет прекращаться. Ууу, тут даже вилочка есть. Сейчас, секунду. Не, это не все. Вы что, думаете, все так легко закончится? Я вам показываю, ладно. Раз пошла такая пьянка, просто, ну честно, мне свинорусы показываю. Лавровый листик. Сейчас я его так, оп. Лавровый листик. На нем тоже мясо. Сейчас, секундочку, отложу. Так, показываю, вот я сказал. Видите, мясо. Сейчас отберу. Достаю свининка, а? Свининка, вы видите? Блин, я съем. Если бы еще хлеба или гречневой кашки сюда. Извините, я не удержался, вообще-то было не запланировано. В общем, ребята, ну я на полном серьезе рекомендую. В общем, если вам тушенка не понравится, вы закажете, присылайте мне, я ее всю съем. Просто при вас вообще никаких этих, никаких проблем. Просто я что хочу сказать, ребята, украинские производители, ну я реально с ними связывался, вы же понимаете. Во-первых, я хочу их поддержать, потому что они реально стараются сделать хорошее дело. Вот тут у них написано, у них продукция соответствует самым современным европейским качеством. Они сейчас выходят на европейский рынок. Пока вот это все не отправили туда, на Европу, это надо пробовать и есть, ребята. Потому что это реально премиум. Ну, мне трудно вам объяснить, тем, кто никогда не ел нормальной еды, люди хотят украинцев накормить нормальным продуктом. Хотят вам, чтобы вы хотя бы попробовали, что такое настоящее мясо, настоящий продукт, настоящая тушенка. Поэтому... Вперед, здорово, tm.com, просто или здорово вбивайте, там у них постоянные акции. Блин, да, бежит Полтава, я шкала. Не, серьезно, теперь она пахнет тут. Так, блин. Ребята, сегодня будет короткий стрим, мы сегодня рано начали. Поэтому, блин, перед кацапами поесть я могу. О, ребята, у нас запланировано было, мы сейчас будем перед кацапами есть тушенку украинскую. Вы вообще садисты, вы представляете, что с ними будет? Так, вы запомнили, да? Зеленый листик вот такой искать. Вот такой зеленый листик. Зеленый листик. Экстра... О, экстра якиси, как раз на нем написано. Бачите? Рекомендую, ребята. Вот когда хороший продукт, его не стыдно рекламировать. И не стыдно, что вы попробуете. Так, ладно, погнали. Что там дальше у нас? Здравствуйте, мне. О, опять ты. Опять это, да. Опять я. О, здравствуй. Здравствуй. Меня правда плохо слышно? Что-то все жалуются, что у меня... Не-не-не. Хорошо? Блин. Хм.
Вот он, вот. Эй, козлина! Какие руки! Не... А вы стример? Не... Коренные макшане! Валеру, не пойму хуя, но... Привет, а Валера! Валерчик, ё-моё, как дела? Чё тебя, клеймили уже, что ли? Без Саня? Ты, а, да, без зубов, Саня. Извини, я не знал. Валерчик, да, все. Да, тебе зубы жмут или чё? Что, да, тебе уже жмут? Вижу, не жмут. Уже тебе не жмут. Все, да, молодец, красава. Боксер один, нахуй. Ты боксер? А ну кулак покажи, а ну давай. Да, слышь, давай, где там... тебе жмут, нахуй. Не, вот так с таким пальцем торчащим не получится. Бандера, сука, вы сраные. Бендер, да, я бендерец. Не, никак, зубы не жмут по-любому. А как ты догадался, что я бандерец? Скажи, пожалуйста. По вот этому автомату? Или почему? Что-то ты напрягся. Макет, хоть один ругатый. Да, он, чтоб... Какой макет, что? Пацаны? Ну, ага. Какой макет? Есть, за лупу тебе конка есть, блядь. Патроны, ребята, погоди, на вас патроны. Патроны найдутся. Ну, ребята, не будет патронов на ту. Так нахуй, ты с хуёв снадим, нахуй. Такое есть. Ага, а ну покажи Славе. Под торцом покажи, нет. Не, ну это под понятно торцом. Стреляно, я же не буду в помещении её махать. Что ж ты хотел? Эй, пидорас, сука, ты уже не подарок с нами так, но... Ой, попался, чурбан, нахуй. Чурка ты, сука, с глазами, нахуй. Ты просто чурка. Небритая, сука, молодежь, говняная, сука. Ты даже не воевал нигде, но... А ты воевал где-то, да? Я не, вообще служу, но... Вообще, чай пью. Так, а что ты выделываешься, сиди жарит, воевал он, расскажи. Ты раз с тобой в поле, тебе провала, сука. И вы видите, потом голос. Слушай, у тебя какая-то несвязная речь, братан. Ну надо как-то, блин, я не знаю. Ну как можно так бухать, скажи мне. Слушай, ты надо! Я тебе нахуй голову тебе отрежу, нахуй ты, козлина ебаная. А что, у вас жрать там нечего, ребята? Что вы все что-то хотите отрезать? Да, головно сидим, головно сидим, да. Сукропика. Ребята, тебя будем сейчас бухать, нахуй. Но... Меня будем? Так ну перестаньте, разве можно так? Ты нормально принёс. Откуда? А ты откуда себе про них такое жизнь? Украина, город Полта. Вы хотите приехать, пацаны? Что, приезжай, Полтава, а ты в Донецк, а что ты в Донецк не нахуй не видишь? Откуда оружие? Так я был на той неделе рядом с Донецком, в Авдеевке. Отжали, а, наверное. Ты там будешь, да? Ну, надо, а ты когда будешь? Ты будешь в Донецк? Я пацан в Донецке. Ты в Донецке? Так ты шахтер, да? Конечно. Не то, что вы, блядь, только... Деревенщина, ебаная. Слушайте, так я не могу понять, а как вы кормили всю Украину, а теперь себя не можете накормить? Да мы себя кормим. А ты что, охуевший? Бронюка такой или что, ну ты? Дрыгал, не, ну сука. Я спрашиваю, ребята. Я нахуй ебало забью, нахуй ты. Да не, я про ебало понял. Ты мне расскажи, как же так получилось, что вы... Ебаная, сука. Иди нахуй. Что, все, закончился героизм, да? Чего ты взял, что мы себя не можем накормить, а? Ну так посмотри на него, ну это ж ужас какой-то. Вот, посмотри на меня. Ну, зубов нету, блядь, заслуженный шахтер. Ни хера нету, денег нету. Ты воевал, ты пиздюк, ты хуев, ну, ты. Не, я не воевал, ну, блин, не всем же воевал. Воевал. Да. Нет. Я показал, какой Россия, где Россия, где Украина, или чё? Так а ты воевал, что ли? Да? Кто? Никто, я спрашиваю, никто нигде не воевал. Видишь, двух нету. Я спрашиваю, ты воевал? И ты не воевал. Ну, нахуй надо? Ему 69 лет, ибо, что ты хочешь? Так какие ему 60, что ты брешешь, 69? Ему 40 нет еще, 69. Смешное, что ли, блядь? Молодой. Паренек. Ебать, да, обчалка, блядь. Это было жестко, Вы там выглядите одинаково, с вам Домбасяу. Чурбак, ты ебаный бородатый, сука. Слушайте, а скажите мне что-то на донбасском языке. На русском? Да. Не нахуй. На донбасском или на лугандяу что-нибудь. Нахуй пошло отсюда вообще. Чурбак. Вообще не базар, да. Чурбан ебаный, сука. Вообще не буду со мной так, но... Чурбак. Вот так, да. По-русски сказать, но ты услышишь по-русски. Не, я все-таки думал.
все так и понял, да. А потом это смех, вот у нас позорили, не было получается. Давай позорили, да нет, ебать. То есть нихуя себе. Нахуй. Пацаны, можем вам хоть тушенки передать, а? Не хотите тушеночки вкусные? А есть хорошая. Вообще с мяском, глянь, какая. А ты кто такой? Смотри, смотри, лавровый листик, посмотри, как вы любите. Помните, вам из Полтавы передали? Это кости. Да какие? Тут вот одно мясо, кости. Какие кости, ты чё? Ну давай, я, да, свининка. Гляньте, вы такую уже 100 лет не ели. Ребят, нате, открывай рот. Там, блядь. На, смотри, блядь. Фу, блядь. Гляньте, шо у них, бычки, блядь, какие-то. Ребята, вот. Вот тушенка нормальная. Открывай, рот открывайте, ребят. Давайте, вы же нас кормили, ребята. Вы нас кормили с Донбасса. Давайте я вас накормлю. Открывайте рот. Не хотите, я сам съем. Ам? Ты хочешь, чтобы борзой такой еще? Ты борзой. На, петух. Ой. Ой, вообще, пацаны. Слышь, есть автомат? Ребята, я не знаю, блин. Когда вы нас кормили, я такой тушенки не ел. Только благодаря тому, что вы нас перестали кормить, блин, наконец нормальную тушенку начали делать. Хрен узнай, может, вы ее жрали. Проважники есть? Нет, ты заебал, дрыгала, сука. Кто у вас есть? Калашник, есть автомат Калашник? Калашник? Да. Сейчас, подожди, Калашник. Сейчас, Петров есть, Сидоров есть, Калашникова нет. Ах, не понял. А нахрена нам Калашника, если у нас есть американский флаг, скажи? А вы что, америкосы? А где ж твой, блядь, твое оружие американское, а? Как, на Донбассе где ж? Слышь, ты, ну ты вояка охуевший, чё? Ладно, ладно, пацаны, раз вы просите, ладно, я вам открою секрет. Сейчас. Вы же там на Донбассе, да? Специально для вас и для ваших русских друзей. Вот я купил и передам нашим ребятам вот такой тепловизионный снайперский прицел. Нравится вам? Ты пидорас, ты будешь на трубе. Первый будешь в этом прицеле, сука, ты тварь. Годится? Нам нормально, давай. Чумошник ты, ну чумошник. Передавай. Эй, хуйло, я не моя сука. Все? Да, нахуй я творю. Ну давай, передавай своим друзьям. Или пизда будет. Да, нахуй я творю. Ну пизда ему и будет. Типа, чё толку, ты чё пиздишь, что сейчас орёшь, типа. Нормально разговаривай с людьми. Вообще, как быдло, блядь, позоришь Донбасс вообще. Ну это, ну передавай, да, своим там друзьям, кому там, укропам собирайся передавать прицел, да. Ну, скоро он придет к нам, будет он у нас и охотится на ваших укропах, нахуй. И будет вам пизда. Вот так. Спасибо. Здравия желаю. То есть вы сейчас без прицела, да, там? Да, да, да. Скоро он к нам придет. Так вы расскажите, сколько зарплата теперь в Донбассе? А вам какая разница? Такая. Не, ну вдруг действительно вы процветаете, ребят, может я к вам приеду, а чё? Приезжай, только тебя забафлят нахуй сразу. Нет, а я понимаю, что конкуренция дикая, зарплаты ж там по $1000, наверное. Блин, ребята, алё, не пропадайте. Блять. Вообще, ребята, сорвалось всё. Ну, у нас, ребята, сегодня не плановый стрим такой. Не, ну вы или отвернитесь, я не знаю. Мне же надо этот кусочек скушать или это. Но отвернитесь. Ну, как хотите. Соли как раз в меру. Ну, кстати, тут ничего кроме... Ну, вот это, конечно... Производитель, так, свинина, не меньше 97,5%, блин, це капец, цибуля, рябчаста, перед, чорний, лист, лавровий, сіль, все, никаких там тебе собака с будкой, ушей, хвостов и все остального. Да, вот теперь вы понимаете, почему я такой толстый? Как мне тяжело. Спонсоры, блин. Надо хоть какую-то, я не знаю, хлебную компанию найти спонсора, чтобы хлеб мне еще давали к тушенке. Блин, не, ну, ребята, еще раз. Здорово, ТМ.
На их сайте сейчас заказывайте тормозок. Там набор называется. Мало то, что в этом тормозке идет паштет бесплатно. Еще от меня, если вы напишите, что от Вата Шоу или от Андрея Полта, вам будет еще такой бульон. Вы приходите такой, жена, сготовь мне суп. Она такая, иди нафиг, я занят, варить его там часто. Та-да-да, не удастся сегодня отбрехаться, жена, ты варишь мне мой любимый супчик. Блин, как приятно рекламировать хорошую вещь, ребята, вот объективно. Просто приятно.